Рассмотрим основные принципы работы технологии. Воздушные потоки. Вращение вертикальной ветроэнергетической установки создается потоком воздуха, ветром. Аэродинамический щит препятствует отрицательному воздействию потока на вращение ветроэнергетической установки и исключает шумовое воздействие. Аэродинамические щиты оптимизируют и направляют потоки воздуха ветра по касательной к окружности вращения, что повышает эффективность ветроэнергетической установки, так называемый эффект рычага. Работоспособность не зависит от направления воздушных потоков. Концентрация воздушного потока создается сооружениями обтекаемой формы, выстраиваемыми в виде цветка, которые образуют здание, придавая всей конструкции установки монолитную архитектурную форму. Стоимость ветроэнергетического комплекса составит не более 4-6% от стоимости здания. Рассмотрим некоторые преимущества технологии проекта «Ветер» перед ветроэлектростанциями классического типа. Здание проекта «Ветер» гармонирует с существующей застройкой и окружающей средой. Еще одно преимущество – это возможность размещения непосредственно в городской среде без потери энергии. Безопасность. В проекте «Ветер» тихоходность конструкции обеспечивает бесшумность и отсутствие инфразвука. В классических ветроэлектростанциях наличие сильного шума до 70 дБ и инфразвука, оказывающего негативное влияние на нервную систему живых существ. Генерация энергии возможна при скорости от 4 метров в секунду. Возможная высота сооружения более 190 метров. Возможность использовать гравитационный накопитель энергии. Проект «Ветер» предусматривает возможность концентрации воздушного потока, чего нельзя сказать о классических ветроэлектростанциях. Большая площадь лопастей, больше энергии. Направление воздушного потока по касательной линии к окружности, вращение лопаток. Работоспособность не зависит от направления ветра. Скорость вращения 4-7 оборотов в минуту. Вибрации исключаются. Также ознакомьтесь с возможностями применения данной технологии.